возле ЦЦ мы. Ходим, смотрим, есть косячки, есть по сути и плюсы. Давайте смотреть вместе. Бампер Airline, фара 16 года, фара 12 года. А потом подкапотка. В принципе, все по подкапотной хорошо. Фреон, ой, фреон говорю, кондер. Боже, что я говорю? Антифриз. Он в уровне, максимальный уровень, и он чистый. Есть проблема прокладка клапанной крышки. Наверное, сейчас не будет так видно. С фонариком светил. Значит, прокладка клапанной крышки сопливит. Потом капот. Снимался, ну так вообще прям еле-еле это видно. Крыло переднее левое. Я не вижу, чтобы снималось, оно оригинальное. Тут провисла шумка. Так, капот также снимался, винкод видно. Крыло снималось. Вся морда, в принципе, целая. Фары визуально, как я вижу, они крепления не поломаны на них. То есть все тут норм. Потеков больше никаких я вообще не вижу. Ну и подкрышка, само собой, тоже все сухенько. Цепь, износ там 3 градуса, допускается до 6, и надо будет менять. То есть еще, ну еще она проедет, в принципе. Сколько проедет? Наверное, километров... Сколько, наверное? Ну, километров 40, может, еще точно, до ГРМ лазить не надо. А там уже как надо будет еще перепроверять, смотреть. Резина 20 года. Низкопрофильные диски, визуально в принципе без бордюрки, ну, типа не считаю такую вообще легенькую-легенькую. Резина Континенталь, тормозные диски отличные передние, колодки отличные. Ну еще остаток колодок очень здоровый. Стекла из того, что я видел по кругу, вроде все родные, кроме лобового. Салон, ну и коричневый, это вы видели. А тут поясничный подпор, кстати. Тут он работает, но той сидушки не работает. Эта поясница не вылазит ни туда, ни назад. Вверх, вниз, она там тоже ошибка по ней висит, но в принципе вверх-вниз работает. Спинка ездит, регулировка ездит. Там царапин никаких я тут не вижу. По кузову что-то видел по типа приколам какие-нибудь? Ничего, нет. Понял. Люк есть. Все доводчики работают исправно, это их болячка. Да, тут работает. Дальше. Карта по этой двери четкая. Тут тоже все хорошо. Так, дальше по кузову проблем никаких нету. Задние диски выработки практически нету. Колодки как новые. Так, продолжу видео. Она отрубилась у меня. С крышкой багажника не крашеная, но болты, да, болты крутились. По ним видно. Да, я вижу. Так, ну-ка, давайте туда заглянем. У нас запаска, инструменты. Пластик чуть-чуть там видно. Ну да, все в пластике, так только снизу смотреть не было ли что-то. Визуально по крыльям ничего не прилетало, тут не рихтовалось. А ровно стоит по зазорам, если? Да. Фонари вроде ровненько. Ну да, все четко, стекло. Шестерка. То не считается. Шестерка, шестерка, шестерка. Тут родные стекла. Не, или да. Не, грязь. Так, по карте, в принципе, тоже все огонь. По заднему ряду пытань нема. О, я сейчас проходил, сейчас увидел, значит. Так, это гроздом искажает. Угу. Да, непонятно, будет это на камеру видно или нет. Вот тут чуть-чуть как кривовато что-то. Так, дальше по салону. По водительскому месту ручка хорошо, тут не изношена. Сидушка целая, хотя у всех рвется. Ну, тут типа чуть-чуть такой моментик. Давай, фокусируйся. Он такой еле-еле. А так норм. Педали целые, коврики Ева, руль красивый, фары, габаритов нету, кстати, нету. Туманок спереди нету? А работают туманки? А как они работают? Да. Вот так вот? Да, так. А, это значит нету задних, типа, ничего себе. Я понял. Угу. Так, вот тут чуть-чуть изношено.
память сидений работает, регулировка тут работает. Вот этот вот джойстик, проблема не работает. Она вот, эта подушка сейчас в максимальном положении, скажем так, выпирает. Но не работает. Не работает, чтобы ее назад сложить. И ошибка по ней также висит. Это надо с сиденьем разбираться. Так, пробег на машине 170 тысяч километров. По всем блокам он сходится. Есть ошибки по датчику наружной температуры. Машина показывает, что сейчас на улице минус 22. Хотя, как бы, нет. Люк. Кстати, люк сейчас еще не проверял. Сейчас посмотрю, но ошибки не было, он по-любому будет работать. Ручка КПП, износа практически нету. Она красивая, хорошая. Подогревы работают, дисплей работает, камера работает. Так, мы, наверное, сейчас не заведем, да, ключ достали. Кстати, запуск с кнопки. Ключ. Можно ключ заведу? Один ключ, кстати. Нет, еще один есть. Ключа два. Ну, понял, типа, он не электронный, а типа такие обычные. А, я понял, да. Угу. Так, зажигание включается, все лампочки тестируются. Заводится вообще без питаний. Так, заводится без питаний. Кондер мы проверили, работает. Вот у нас пишет, что у нас минус 22 градуса. Датчик, говорят, меняли, не помогло. Его поставили на обрат. Скорее всего, надо разбираться в проводке. Дальше, камера включается, есть полоса адаптивная для парковки. Под закрывать? Да, под капотом я все. И ручник также работает, хотя у них тоже эта болячка, эти блоки умирают. Тут подлокотник вообще идеальный. Люк работает, да, можно открыть его? Он открывается. Ну, люк тут, правда, только так открывается. И по усилителю, в принципе, у меня вопросов никаких нету. Держите ключ. Сейчас еще покажу по морде, что тут у него по зазорам. Типа не совсем значок ровно стоит, но это всегда бывает, когда были какие-то ремонтные работы по морде. Так, туманки работают, фары работают, бампер ровно, капот, ну, в принципе, ровно. А работают омыватели? Да. А лобовое, что хотел показать. Лобовое менялось. Все, в принципе, по ней у меня все. Косички есть. Тут уже дальше думайте. Сейчас поедем на тест-драйв, ее посмотрим.